исторического центра, прошли, наверное, минут 30-40 и пришли в порт города Даляна. И вот такое интересное здание. Здесь будет проходить экономический форум в 2019 году, или, может, уже был, не знаю. И вот квартал, который не перестает удивлять. Шли среди небоскребов. На закате солнца, не знаю, как сейчас получится, и потом очень сильный ветер здесь. Ну вот посмотрите этот вид на порт Даляна и его небоскребы. Идем к морю. И вот мы сейчас подходим к району, который здесь называют Далянская Венеция. Сейчас мы поближе подойдем. Здесь уже толпы народов, видимо, ждут как раз фонтаны, потому что здесь светомузыкальные фонтаны. Так что попробуем сейчас что-то снять. О, даже здесь есть индусы. Они пекут лепешки самые разнообразные. С ананасом, с бананом, дурьяном, с курицей. Вот, можно перекусить. И индийская музыка звучит. Супер! Видите, как у вас блинчики управляются? О, прелесть! Вот так, хорошо. Вот она, Венеция. Но это не Венеция, естественно, а это Далянская Венеция. Почти настоящие каналы. И вон там почти настоящие гондолы. Можно прокатиться и почувствовать себя, ну, прямо как в Венеции. Давайте я вам сейчас поближе наведу. Вот, все скопировано. Говорят, что Китай хотел построить и Красную площадь у себя, но Красная площадь не продажная, хотя бы это не продали. Она одна единственная Красная площадь. Зато скопировали Венецию. Вот и парусник в море поехал. А народ катается. Смотрите. Там ресторан вроде. А, да, там ресторан есть, точно. Наведу сейчас поближе. Давай. Ой, здорово, ребята, здесь такая атмосфера замечательная, просто прелесть. А вот это с другой стороны от Венеции, если мы повернуться к ней спиной. И вот они, небоскребы, на фоне заходящего солнца. И мы ждем светомузыкальные фонтаны. Вот он, вечерний Далян, порт. Посмотри, сейчас идем смотреть фонтаны. Ровно в 7 часов вечера включают фонтаны. На закате солнца. Ждем фонтаны. И вот здесь привезли китайскую, видимо, деревню. Показывают на нас пальцем. Никогда не видели белого человека. Но вы знаете, китайцы, они очень разные. Например, в торговых центрах вечером, когда мы приходили, молодежь, которые говорят по-английски, которым абсолютно все равно, европейцы, не европейцы, вот, одеты по-модному. И вот другой Китай, вот такой деревенский немножко, я бы сказала, да? Вот они усели здесь на земле, и все ждут фонтанов. Thank you.
атмосфера здесь, на этой площади, 8 часов вечера в Даляне. Вечерний Далян. Посмотрите, шикарный квартал с дорогими бутиками. А здесь почему-то не работают лампочки. Вот смотрите, какой интересный Далян вечерний. И вот этот небоскреб особенно хорош, элегантный. Меняет цвета. Очень интересно. Площадь Дружбы вечером очень красиво. Просто замечательная подсветка. И вот это голубое здание наверху. Опа! Вот как хорошо. Вон, смотрите, какая прелесть. Жемчужина. Понравилось видео? Тогда пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и, конечно, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Пока!